Друзья, всем большой привет! Это будущие яблоки, точнее, это заготовки для яблок, они очень маленькие. И Бонечка, которая вот там вот находится, вон она там, Влад, покажи обязательно. Это обезьяна, которая готова их поедать каждый день. Рубрика, друзья, мобильный репортер сегодня немного необычно, потому что, как правило, я нахожусь за кадром, а Влад, как правило, находится с Бонней, играет с ней. Сегодня мы немножко местами поменяемся. Бонька, смотри, что я тебе принес. Пойдем, Влад. В общем, хочу я вам, друзья, рассказать очень много чего интересного, но основные вещи обязательно расскажу, чтобы не затягивать видео. Значит, первое. За последние недели 4, даже, наверное, за неделю 6, грубо говоря, за полтора месяца на нашем канале выросло в значительной степени количество подписчиков, ровно на 15 тысяч, даже, может быть, немножко уже больше. Это ребята очень радуют, и многие люди просто, ну, скажем, не в курсе всего того, что у нас происходит, чем мы занимаемся. Обязательно посмотрите, у нас много классных роликов. Одни ролики мы снимаем одним дублем, как вот этот ролик, снимаем влоги, монтируем, показываем какие-то сюжеты и отвечаем на часто задаваемые вопросы в этих сюжетах. Каждую субботу мы проводим прямые эфиры. Как правило, это происходит в 17:00 по московскому времени. И я хочу сказать всем большое спасибо тем зрителям, которые уделяют нам внимание, свое время, которые пишут комментарии. Я их стараюсь все прочитать. Более того, еще делают донаты, которые нам очень помогают в нынешней ситуации. Спасибо вам, друзья, большое. Что мы хотим сделать? Я, друзья, подумал, с Бонечкой, с Владом мы собрались, устроили мозговой штурм. И я подумал, что для тех людей, которые, ну, скажем, оказывают нам поддержку, можно организовать такой розыгрыш. Боня, я не знаю, в курсе вы или нет, у нас прекрасный художник. Я записывал недавно видео. Держи. Она сегодня странная какая-то. Ребят, сегодня погода просто не особо солнечная. Она сейчас набегалась. И вот она пребывает сейчас в таком спокойном состоянии, что, собственно, тоже радует, поскольку за ней носиться не нужно. Она за нами тоже не бегает. И мы сейчас спокойно можем разговаривать. Вот, о чем я говорил? О том, что Боня у нас умеет писать картины. Я недавно снимал короткие видео, об этом рассказывал. Шорс называется. Вот, зайдите, посмотрите. Ссылку где-то здесь или здесь оставлю. Щелкните и гляньте. Ну, такая короткая информация будет. Вот, и мы хотим разыгрывать вот каждую вот эту субботу в каждом стриме вот такую картину для тех, кто вот, ну, как бы больше нас поддержит, чтобы тоже со своей стороны сделать вам приятно. Вот, что из последнего еще хотелось бы сказать. В принципе, по поводу картины, если вы вдруг захотите себе, своему другу, подруге или своим близким, родным, членам семьи, ну, кому угодно, сделать вот такой вот тоже подарок, он абсолютно эксклюзивный, потому что такие картины, они, друзья, ну, не бывают одинаковые. То есть Бонни их рисует под настроение. Вот, мы снимаем об этом видео, то есть в доказательство того, что это именно ваша картина, оставляем там ваше имя, отчество, фамилию, вот, пожелание, если хотите, мы даже сможем расписаться, ну и, соответственно, мы вам отправляем это все в электронном виде, то есть на вашу электронную почту, например, или там еще куда-то, по вашему желанию, и вы сможете в формате А3, это большой достаточно формат, распечатать вот сколь угодное количество вот этих рисунков, то есть они никогда у вас не испортятся, никогда не состареют, если там что-то случилось, какое-то физическое воздействие, вода попала, порвалась или еще что-то, вы спокойно идете и печатаете еще, еще, еще. Это вот такая вот штука, которая будет принадлежать только вам. Вот такое вот у нас нововведение. Если вы хотите, обязательно заказывайте. Мне кажется, это очень-очень интересный подарок. Кстати, новые зрители, которые вот добавились на наш канал, часто пишут мне в комментариях, я их читаю, друзья, стараюсь вот все прочитать. Может быть, что-то, конечно, я там где-то не уловлю, потому что, ну, очень много вы пишете. Спасибо еще раз вам большое. Что я хочу сказать? То, что меня называть стали Влад по той причине, потому что я часто, как я уже сказал, за кадром, и, ну, не знаю, как меня зовут. Друзья, меня зовут Дан. Влад находится вот, вот он там, да, он машет мне рукой, вот он находится за камерой. Вот, ребят, собственно, что еще рассказать? Гуляем каждый день по несколько раз, не меньше двух раз. Стараемся сейчас максимально сделать все возможное, чтобы вот летний период, теплый период времени, спокойно, не падай, застать, то есть его ощутить.
им насладиться. Вот, и будем вам снимать обязательно видео. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. Так нам будет легче сориентироваться и удовлетворить ваши пожелания. И не забывайте про наш телеграм-канал Дан Запашный Лайв, друзья. Там тоже очень крутое у нас сообщество, много разных интересных публикаций, опросов и так далее. А еще у нас есть с недавнего времени страница в Бусти. Поэтому желающие нас поддержать, там есть разные уровни подписки. Будет эксклюзивный тоже контент, который вы не увидите здесь на Ютубе. Вот. Ну и в принципе сначала видео появляется в Бусти, а потом там какие-то видео появляются на Ютубе. Мы будем Бусти наш развивать. Еще раз спасибо за вашу поддержку. Это нам сильно облегчает жизнь и позволяет заниматься видеосъемками, заниматься тем, что вы любите. Всем хорошего настроения. Ну и до скорых встреч в следующих роликах. Пока!